приветствуем вас на нашем рейсе и выражаем особую признательность часто летающим пассажирам, участникам программы S7 Priority и Альянса OneWorld. Пожалуйста, оставайтесь в кресле с пристегнутым ремнем безопасности до выключения табло «Пристегните ремни». Для вашей безопасности рекомендуем вам оставаться пристегнутыми в течение всего полета. После взлета вы сможете воспользоваться туалетными комнатами, которые расположены для пассажиров бизнес-класса в передней части самолета, для пассажиров экономического класса в хвостовой части самолета. Напоминаем вам, что курение и употребление спиртных напитков, принесенных на борт, запрещено в течение всего полета. Приглашаем вас присоединиться к бонусной программе для часто летающих пассажиров S7 Priority. Подробную информацию о программе вы можете найти в бортовом журнале, расположенном в карманах пассажирских кресел. Мнение наших пассажиров очень ценно для нас. Вы всегда можете оставить свой отзыв о рейсе на сайте www.s7.ru. Приятного полета! Ladies and gentlemen, we are glad to welcome you today and express our special thanks to the S7 Priority and OneWorld Alliance Frequent Flyers Program members. We ask you to remain seated until the seatbelt sign is switched off. We suggest you keep your seatbelts fastened while sitting and whenever the seatbelt sign is on. You may use the toilets after climbing is completed. They are located for the business class passengers in the front of the cabin, for the economy class passengers in the rear of the cabin. We remind you that smoking and drinking alcohol brought on board are not allowed during the flight. We invite you to join the program for frequent flying passengers, S7 Priority. You will find the detailed information about the program in the magazine on board, located in the seat pocket in front of you. Your opinion of our service is very important to us. You can always leave your feedback at our website, www.s7.ru. Enjoy your flight.